Всем огромнейший привет, дорогие друзья, с вами Xeda Ice, мы продолжаем прохождение Assassin's Creed Origins. Арена, следующий босс. Сначала нужно, конечно, до него дойти. Поэтому первая волна. Меч у нас какой-то другой, да? Немножко. Вроде как. Да, у нас кривой меч. Интересно. Но если он будет такой же быстрый, то, в принципе, не страшно. Главное, чтобы он был быстро. И чтобы атака у него была хорошая. Это еще не все! Встречайте новых гладиаторов! Понятно, ой, супер удары у него еще лучше. Быстрая атака. Ну, хотя не всегда, да. Не всегда она лучше. Согласен. Все-таки он достаточно медленный сам по себе, к сожалению. Но с другой стороны, урон какой-то. Уже побольше будет. Бои продолжаются. Вот новые бойцы. И опять же, ускорение похоже на нубийский способ. Это легкая волна, вот эта вторая. Прям совсем легкая. Ну, может, потому что мы под ускорение еще попали. Но когда нет щитовиков, с мечом с этим, естественно, очень просто все делается. Сокрушительный удар, боец падает. Копички тоже немножко мешают. Ну, сейчас мы быстренько вот так вот сделаем, а потом вот попытаемся все это сделать быстро. А вот волна намного сложнее третья, потому что тут три щитовика. Его судьба решена. Смотри, даже на быстрой атаке это не так все просто делается, к сожалению. Да, особенно когда я не могу почему-то отскочить назад. ХП не остановится, да? Нет, остановится. Да, немножко побегаем. Врагов. Жалко, что лука нет. Луком бы все намного проще было в таких. Вот. Класс. Заманиваем его на шипы, но он не заманился. Не хочется волну теперь проходить, поэтому поаккуратнее чуть-чуть. Побегаем. Отлично. Убивает очередного врага. Ну что ж, первый раунд пройден. Осталось два, да, босс. Меч неплохой. Опять же, награда слишком слабенькая. Мы тут за босса воюем, чтобы получить какой-нибудь эпический меч. Или даже лучше, ух ты, лучший счет, ничего себе. Ну, на втором месте, представляете? На втором месте. Облик эпический. Или какой-нибудь транспорт. Ну, хотя, в принципе, от хорошего охотничьего лука эпического мы тоже не откажемся, конечно. Но первый уровень был пройден очень быстро. Прям очень четко. Очень грамотно. Надеюсь, со вторым также получится. С другой стороны, нам повезло со второй волной, она была очень легкая. С третьей мы почти проиграли, но почти не считается. Щитом надо пользоваться, наверное, чаще все-таки. Но с другой стороны, мне интересно играть именно без щита тут. Вот там гиены. Клетки. Это неприятно. Хотя они могут нападать не только на меня, естественно. Одолеет ли отважный сиванец этих могучих гладиаторов? Конечно же нет. Ну, вернее, они не одолеют. Сиванец не знает пощады. Сзади щитовик, который сразу ловит. Ленин трубы не надо, пускай там пёсик.
собой. Разбираются с вами клеточки. Так, первого на проде, на падает! Удача благоволит Иванцу! Но кое-кто, ну, я бы не сказал. Я должен с ним сразиться! Это чистый скин. Еще одного настигает смерть! Посмотрите, какие комбинации. Вторая волна пройдет. Или еще нет? Нет, не пройдет. Вот у них луки есть, почему нет второго оружия? Его судьба решена! Это нечестно. Еще бойцы готовы биться насмерть! Считаю, что мне надо дать первое оружие, чтобы это было. Ну, желательно. Врага. Еще волна, третья. Самая, естественно, сложная на уровне. Но мы стараемся за счет меча. Не хочу эти ген отпускать, пускать из меня. Еще одного настигает смерть. Поэтому не хочу по ней бить. Ну, второй уровень пройден тоже быстро. Это мы молодцы. А если повезет, дойдем до босса достаточно быстро. Немного опыта, немного монет. И опять мы на втором месте, причем до первого прям одно очко нам не хватило. Профессионалы, короче. А если бы все-таки закликали у клетки, может быть, даже получили бы первое место. Но опять же, вряд ли кто-то на таком уровне здесь сражается. Я слишком перекачан для этой арены. Хотя, может, это не первое место, а просто там градация какая-то. Ладно, неважно. Нам главное пройти до босса, самое главное. Как можно быстрее. Потому что самое интересное — это босс. Каждый раз еще арена меняется. Вот эти битвы на арене более интересные, несмотря на то, что тут волны тоже. Но тут каждый раз арена действительно прям сильно изменяется. И это нужно учитывать. Гиены тут еще смотрят. Хотя гиены, да, они нейтральные. В принципе, все равно кого бить. Кого есть. Отлично. Вот новые гладиаторы! Перелоны достаточно быстро пройдены. Уклонение, уклонение, да, чаще. Чаще уклонение. Ну, быстроту еще как бы провоцирует меч мой. Которого... Супер атака, как раз повышение скорости. Это будет сложно. Это реально будет сложно. Нам нужно кого-нибудь быстренько зачистить, чтобы повысить скорость. Срочно. Срочно. Нам хватает урона за счет урона, наверное, прежде всего. Гиена не вовремя прибежала, вот вообще не вовремя. Две даже. Ну это победа должна быть. Где моя победа? А, еще одна гиена есть. Ну теперь это точно победа. Ну что ж, волны пройдены быстро, осталось теперь босса победить.
Оружие мне понравилось, для арены неплохое. Ну да, скорее всего. А, нет, смотрите, лучший счет 7274. Это наш лучший счет. И в списке лидеров это как бы в каком-то... Ну, то есть не первое, второе, третье, скорее всего. Просто в каком-то там ряду находимся. Наверное. Поэтому я зря радовался. Ну, даже если тут посмотреть, да, вот тут же. Или все-таки нет. На третьем месте. Ну ладно, не важно. Идем уничтожать палача. Но он может быть сложным. Крайне сложным. Давай, вставай уже. Сейчас тебе меч кинут. Мы это уже проходили. Первый раз это классно, а потом уже, ну... Надо что-то новенькое, другое давать. Мне кажется. Ага, тут меч, смотрите, не такой. Тут прямой меч. А точно на палача пошел? Да-да-да. Этого еще не было. Этот свирепый свеф родом из диких германских земель. Он не знает пощады. А почему нам не дали меч-то этого? Мы проходили это все. Зачем нам давать такой меч тогда? Непонятно. То есть сражались мы с одним мечом, потом начинаем сражаться с другим. Он еще и уклоняется от атак, опасно. Он очень быстрый. Удар меча! И у него два топора. У него два топора. И он уклонился от нашей атаки. А сейчас уклонишься, ну-ка. Не уклонился. Но рану моему не так много нанесли. Кривометик тут был лучше, на самом деле. Сила скорости. По возможности повышения скорости, да? Диванец на высоте! И с его ураном. Больно должно быть! Ай, блин, попадать, главное, под эти атаки нельзя. Нормально, поясняли. Ну, не самое много жизни. Несмотря на 30, там, такой 5 уровень. 36. 35. У меня очень много жизни. Да. Лицай бьет противника! Прошлый босс был сильнее. Мне так казалось, по крайней мере. Уклонился, смотрите, да. Правда, вот атака этих не уклонялся. Прошлый босс. Уйти, 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 уйти! Не могу эту комбинацию уйти. Не могу уйти от комбинации. Попал по две, это очень глупо, тупо. Ладно. Сейчас-то почему не ушел? Чушь какая-то. Бой, который должен был быть очень легким, превратился в не очень легкий бой из-за того, что я почему-то не могу уйти от этих атак. Типа он меня их ловит на них. Тупо. Хотя я уклонение нажимаю, мне кажется, вовремя. Ну ладно. Ну вот смотрите опять, да? Очень быстро. В этом плане.
после этого выдыхается немножко, у меня есть шанс атаковать его. В этом плане он даже по тактике достаточно простенький. Это нам спасает то, что мы перекачаны, конечно. Ну, завершим все красиво, да? Фаталити. Ну, не знаю даже. Арену! Доброе мы сегодня, но не только сегодня. В принципе, мы добрые. Победа! 500 опыта, 650 золотых и что-нибудь еще. Ну, очки очень так себе, наверное. Ну что, никакой награды дополнительно не будет? За этого гада. Ну, ладно, тогда гоплет, пошли. И опять же, странно, зачем нам давать для волны три раза кривой меч, на битву с этим главарем давать другой меч. Смысл? Подготовка оружия для босса, чтоб ты привык. О, булава тяжелая, дико ненавижу, наверное, хотя она не, может быть, не такая тяжелая, как я думаю. Ну, арена, смотрите, каждый раз подготавливается заново с какими-то дополнительными фишечками небольшими. Ладно, посмотрим. Ему будет и что там за... А, то есть тоже ускорение. Ну, если ускорение, то это, конечно, наверное, неплохо. То есть, по идее, эта штука должна проламливать щиты. Это не тут щиты, да? Ну да, медленноват. Хотя второй побежал, вторая волна побежала до того, как закончилась первая. Это глюк очередной. Который был уже... Ладно. Блин, я ударить хотел мощным ударом. Типа проломить щит. Ну, жизни нет. Ну, потому что две волны сразу. Они дочищены, а это уже началось. ХП не восстановился, естественно. Ну это интересно, если на боссе эта же колотушка будет, это будет интересно. Если мне опять меч не дадут просто. Ну, да. Была бы она еще немножко длиннее, эта дубинка. Он застыл там на месте. Чтобы дотягиваться, да, вот, до дубиноса. То... Получается, что я не могу нормально дотянуться. Да, волна третья сразу. Лупянуло там. Еще и лучники. Это очень неприятный момент. Лучников надо уничтожать сразу. Желательно. Ваншотами. Уйти. Уйти, 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 уйти. Шипы. Нормально. Раз, два, три. Ну, не нравится мне такое оружие. Придется мне с ним три волны проходить. Три уровня волн. Девять волн. Это тоже не девять, а шесть. Это мы сейчас пройдем с вами.
Но такое оружие мне не нравится. Слишком оно медленное, слишком оно короткое. К сожалению. Если уж такое медленное, было бы в два раза меньше доставать там, вокруг всех дробящим орудием. Ну, пока что у нас все неплохо в плане прохождения, скоростного прохождения арены. Я думаю, что мы ее допройдем. Да, мы потратим на это пускай 2-3-4 серии, но мы арену сразу добьем. В принципе, боссы интересные достаточно. Ну и награда тоже интересная, которая нам за это может быть дана. Хотя не факт, что после убийства с этих боссов не появится там какой-нибудь экспертный уровень, что нужно будет еще раз это сделать, помните, как на той арене всех этих боссов. Вряд ли, но вполне возможно. Тогда будет, конечно, весело. Но, с другой стороны, там могут дать реально классный шмот. Новые бойцы сразу с сиванцем. Да, размах этой дубинки, в принципе, неплохо все-таки. Сокрушительный удар! Но это будет сложно. Это будет сложно. Первая волна уже дико сложная, на самом деле. Для меня. Оружие не подходящее абсолютно. Иванец убивает очередного врага. Кстати, даже с ускорением, как он замахивается полгода. Ускорение эту дубинку вообще, конечно, ужасно. Не знает, но крики хорошие. Крики хорошие, вопросов нет. И это из чего долбанули. Хотя, возможно, он и без мощного удара так не щит. Не башенный. Одолеет ли отважный сиванец этих могучих? Эти вообще не надо. Да, пробивает. Дробящий этот щит пробивает даже немощный удар. То есть не обязательно немощный удар пытаться делать каждый раз. Еще более медленный, чем он есть. Но мне некомфортно с этим оружием. Общие. Бои продолжаются. Вот новые бойцы. Ай, ну вот это главный будет. Мой соперник тут. Блин, бег переключился. Четверство. Шага. Ну, вернее, с бега на шаг переключился. В какой-то момент. Я уклонялся. Чушь. Что не могу выбирать оружие, это вообще бред. Обидно, что не зачистились в первый раз этого, потому что не нравится это оружие, оно абсолютно не мое, абсолютно тупое. Медленно.
Да, но пробивают щиты нано. Коротко. Это была. Еще одного настигает смерть. Лобана копье хотя бы. Капуха тут урочная. Заглушительный удар. Боец падает. Троих зажали. Еще бойцы, готовые биться насмерть. Его судьба решена. Даже троих сразу зажали. Иванец не знает пощады. Зрелище продолжается. Вот и свежая кровь. Опытный боец, который не нравится ему абсолютно. Падение в яму смертельно, но мы же в нее не падаем. Мы тут не можем упасть в нее. Классно, два удара. Я перекачан, да? То есть, ну вот вся сложность в чем. Даже не в том, что оружие говно нам дают. Понятное дело. Потому что будь у нас наше оружие, было бы в разы легче. Нам даже не дают выбрать из говна более-менее хорошее. А в том, что вот, пожалуйста, два удара, и ты готов. Иванец убивает очередного врага. И плевать, что ты там уровень какой-то. Настигает смерть. Это абсолютно тупейшее оружие. Иванец убивает очередного врага. Удача благоволит Сиванцу. Но кое-кто готов с ним сразиться. Баллончики тупые. Сокрушительный удар. Боец падает. Это обычный удар обычным мечом, да? Половинку, половинку хука. Просто обычный удар. А я тебе мечом стол напомню, урон наносил, помните? Какие-то гладиаторы, да. Еще одного настигает смерть. Он блокирует своим щитом еще. Это же не босс, почему я должен так долго его бить? Просто непонятно. Он должен с одного удара до дубины помирать. По большому счету. Его судьба решена. Учитывая нашу. Да ладно, я на шипы попал, вы чё что? Какая чушь, какая чушь. Шипы даже мелкого сразу не убивают, самого простого врага. Ну, у нас же, да, у нас там 5 хп, я забыл. Иванец убивает очередного врага. Вот шипы его ударили, что-то не сдох. Просто чушь.
дебильное оружие, дебильная система, сложности ради сложности, ненавистная мне. Нет объяснения, почему этот обычный воин не умирается на удары на эти... Как лучше. Боссы, они нормальные, босс долго бьется, ну и он меня не убивает с одного раза. А если битвы до боссов, это, ну, это просто чушь. Абсолютно. А, воин видите, блокирует щитом своим мои удары. Отскоком, ну надо же, да, сделать что-нибудь посложнее, чтобы было. Там воин вообще без щита бегает, нормально. Одного настигает смерть. Лук не дают, грубое оружие не дают. Эти луки почему-то у других есть. Не дают вместо того, чтобы просто биться с боссами, это умеет. Иванец убивает очередного врага. Которая должна быть просто отдельно идти, если хочет кто-то. Бесконечные волны, пожалуйста, там очки, не знаю, там деньги, еще что-нибудь парни. Это не должно быть в системе боссов, должно быть в отдельной колоночке. Будьте на арене. Это было еще. Да, тот урон шипам. Шипам по мне наносит урон больше половины, а по ним, не знаю, там 10% хп, если они поднимают, то это хорошо. Его судьба решена. Очень балансно, честно. Поэтому, наверное, в этой игре надо быть перекачанным. Хоть какая-то честность. А что, все? Да. Фух. И не знаю, как я буду босса эту клаточку бить. Надеюсь, мне опять меч дадут какой-нибудь просто, и все. Любой. Даже киндяль. Это будет в разы лучше, чем эта клаточка. Это просто палочка по барабанам долбить. Древним. Нам еще третью волну надо победить. Ну, вернее, не третью волну, а третий левел с тремя волнами. Ух, это будет жестко. А, ну тут вот можно посмотреть, да? То есть, смотрите. 9544. Первое место. 9544 очка. Ну, посмотрите, сколько мы сейчас наберем с вами. Я думаю, 3000. Ну ладно, 5 максимум. Ну зачем тут эти все анимации? Поехали биться. Пропускай. Хотя, ух, там троянский конь. Любопытно. Из него львы, что ли, полезут? Бои продолжаются! Вот новые бойцы! Ну, если не асфальт, с львами будет сложно. Сокрушительный удар! Боец падает! Это хорошо, что эта дубинка наносит урон по всем вокруг.
достаточно неплохой урон. Ливанец убивает очередного врага. Интересно, что из этого троянского коня вылезет потом. По анимации я вообще не достал до него. По большому счету. Ой, почти нет, ну ладно. Есть скорость. Есть крит. Отважный сиванец этих могучих гладиаторов. А, могучие гладиаторы. Ну, по огню ходят нормально, но видишь. Слишком могучие. Я понял фишку этой штуки, смотрите, после... Он быстро атаку наносит. Один. После отклонения. Ты уклоняешься, сразу можно бить его в труба. Это еще не все. Сейчас-то на самом деле. Встречайте новых гладиаторов. Сибанец убивает очередного врага. Да, сибанец он такой. Ты заряд из пушки? Какой нахуй пушки? Не, это вообще не победил. Вообще никак. Это неубиваемо, мне кажется. Хотя там львы поехали за нас. Вроде как. Ну какая это чушь, ну просто чушь. Это я понимаю, что я сам виноват. Нужно быть аккуратнее, побегать и т.д. Как же мне это сделать? Уже чё? Пощады! Эти уклонения быстро атака, это же читерство. Еще одного достигает смерть! В большом счете. Еще бойцы, готовые биться насмерть! Еще дураки. Его судьба решена! Еще одного достигает смерть! Удача благоволит Сиванцу! Но кое-кто готов с ним сразиться! Его это кого? Кто готов с Иванцем сразиться? Это точно, судьба его решена. Он проиграет. Сибанец не победим, смотрите. Смотрите. Уклонение, удар. Быстрый. Читерская хрень. Сибанец не знает пощады. Не к врагам, не к себе. Но это реально читерская хрень. Быстрение удара в разу получается. После уклонения. Он просто замахивается. Ну и сколько там? 9 тысяч было крутых, а у нас 5 есть. 6-4, ну, в общем, понятно. Даже не в верхней половине, там, с 8-7 тысячами. Ну, баса. Что еще сказать? Ну, зато мы дошли до гоплита. Самого, блин.
искусный греческий воин, закаленный в боях, который прекрасно владеет щитом и копьем. Десять тысяч почти. 9970. А рекордный результат. Почка. После DLC сюда прийти, не знаю, с одного удара долбануть его ваншотом. На 70-м каком-нибудь уровне. И получить 10 тысяч очков. Круто. Опять же, в начале это анимация, когда типа оружие нам кидают прикольное. Ну, можно же на каждого босса сделать что-то свое. Это не так сложно. И нам дадут дубинку. Блин, лучше бы любой кинжал, меч, стрелу. Нету сраную дубинку. Заливаем, блядь. Пусть доспех. Этот гоплин сегодня бьет нас в свою честь. Ни один греческий воин не сравнится с ним. Опасный. А, с нами он все-таки с копьем будет. Ладно. Я думал, ты уже голыми руками будешь. Тихо. Не спеши. Боец наносит удар! Не могу щит пробить его. У него щит какой-то. Из какой-то такой стали, с которой не пробиваются щиты. Эджай пошатнулся! Да ладно, он упал, да, не пошатнулся, вы играете. Эджай наносит удар! Эджай ничего не наносит. Все блокируется. Останутся шрамы! Возможно, да. Но не точно. Ого! Так себе этот удар, на самом деле. У него крутой меч есть еще, кроме копья. У него вообще все крутое. Сиванец на высоте. Не то, что у меня. Дали какую-то фигню. Забирай. Воюй. Как хочешь этим говном. Но он, блин, быстрый, как мы. Читерство. Постоянно этими ударами. Прыжками, вернее. Наносит нам урон тоже. Хотя бы не ваншот, что уже радует. Ну, эти этой фигни даже попасть по нему не могу. Удар меджая! Удар! Интересная битва вообще. За этой дубинки. Больно должно быть. Почему он может менять оружие? Копье, там, меч. Точно в цель. Может, лук, если я буду далеко отходить. Меджай бьет противника. Я же победил уже стольких бойцов, я должен заслужить уважение. Хотя бы оружие себе выбирать. Мощь. Так-то легкий, конечно. Падает. Но из-за того, что мы просто обузили механизм.
Блин, Сена, ну давайте посмотрим, а что там Сена сделал. Победа достается Гиатру и Сиви! Нифига себе, Сена вообще зверь. Ну за него нам дадут какую-нибудь эпическую вещь, ну-ка. Эти вот опыты, 650 денег, это все понятно. А вещь? Обычный меч Сиви. 6520, ерунда. Но в следующей серии мы все равно попробуем пройти дальше этих гладиаторов. Всех оставшихся. Так что спасибо всем, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока.